держать, чтобы... Вот они живут. Они живут. Когда я увидел здесь цену... Да-да-да-да-да, занесите это целиком на себе. Мы детям сказали на... А зачем ей бы такая хаимочка? Нет, вы же знаете, где чего. Все семья на одной. Работа. Все с нетерпением ждут. Фиаско, я вижу в глазах. Все равно намокнет, только с мучениями, понимаешь? Осторожно под камушком. Итак, первое намокание, внимание. Все уже, иди я знам, да? Ну да, да. Ну как я, бы. Я советую уже сразу в воду. Полностью. Чего зря. Да. Ну ты не возьмешь, в конце концов, или нет? С удовольствием. Блин, ну ничего. Там песка была намного чище. Так, кажется, там народ просто уже плывет. Да. Глубоко. Понравилось тебе, смотри. Классно, слушай. Освежился. Плавать все могут делать. Да. Командос, командос. Опа! Вот эта скала, она последняя, она не попадает. Она идет в сказку. Может стать... Какая сказка? Это самый настоящий северный источник. Да, так мы еще здоровье приобретем. Как пытаем. Просто как добер... О, смотри, девочка, мы же начинаем давиться. Сейчас веревку хватает, подожди. Все, молодец, молодец. Отлично. Че, вот не в такие железки, вдруг пальцы лучше рисовать, потому что если нога соскользнет, то палец тоже. Нет, тут нормально, нормально. Пальцы подошвы аккуратненько ставь. Паш, плесни сверху водички. Лови просто, ну и все. Опа, вот и все. Мучились столько. Мокрая такая. Тащили себя. Давай лапку. Саш, Саш. Сейчас вы здесь сделаете.
да, пожалуйста. Да, воды сейчас будет все меньше и меньше. А, да? Ну, потом, потом будет кусок довольно сухой. А потом я могу ее пока оставить. Да? Пока оставить, да. Я думал, такой чайковский. Нет, скоро. Скоро по потолку. Солнце, солнце. Жарко, да? Вот здесь вот есть место, садись ниже. Я стою вниз, а садись ниже. Мы стоим просто резным шагом. Очень резко. Надеюсь, что страшнее. Я думаю, что будет. Это ужасно. Они ждали солнца. Вот, нам всем сюда. Я не пошли посмотреть. А кто это сам? А кто израильский сам? Кто израильский сам? Это чисто израильское сам. Лови! А это может последний опаль. Давай, я сейчас. Ну она сзади меня просто. Сейчас я подойду. Давай, Саша, пример показывай. Спускаться в эту сторону, а не в эту. Как там за ступеньками? Перетирается. Осторожно, в левую ступеньку. Как иди? Нет, ты не подсказка, ребят, пожалуй, вы чисто проведите. Нет, он очень простой, он очень простой, но ты же об этом не знаешь. Да. А мы теряем людей. У них есть коробку чая, остывают в термосе. Нет у меня чая. Девочки, мамаш ступеньки классные. Прям вы как альпинисты. Да, я тяжело согласен.